фестиваль Сочи, новый сезон. Ну-ка все вместе, everybody, come on. Мега на сцене, тебе хорошо. Ты нас захочешь увидеть еще. Хорош, 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 тихо! Видали, какая потрясающая актерка? Прям хоть сейчас вышку бери. И энергетика у нас бешеная. Хорош! Согласен, есть, конечно, над чем поработать еще. Смотри, Степ, я как Мила Йовович в «Пятом элементе». Вот честное слово, как ударил бы тебя так. Слышь, а что ты его унижаешь, а? А что ты его защищаешь? Ну, вообще-то я друг Олега. Слышь ты, Олега Френд. Ты что на меня вылупился? Это ты вылупился, а я родился! Алло? Русик, от тебя. Кто? Из департамента несмешных шуток. Руся, ты пойми, что за такие шутки. В зубах бывают промежутки! Руся, Руся, ты давай не чисти, а то они так целый день названивать будут. Мальчики, может, уже кто-нибудь заметит, что я покрасилась? Ой, бачки, какая красотища! Настя, останови меня, пожалуйста, у меня сейчас позвоночник треснет! Все нормально, это мой! Ну, раз твой, не жалко. Что? Ну все, это была последняя пакля! Капля, ну что за тупой человек, уровень IQ, как у улитки. Ну что, доигрался? У меня твои выходки уже вот здесь. А у меня ваши выходки вот здесь. Парни, парни, парни! Вот видишь, Степа, а? Никогда не даешь нам раскрыться. Хорошо, у тебя есть уникальная возможность. Давай, шути! Медведь-шатун шатается по клубам! Подходи, честной народ! Юмор нынче прет и прет! Тянем раз, тянем два, тянет дружно вся толпа! И что вы тянете? Твое чувство юмора, Русик, вон оно на самом днище колодца! Оп, что там, зацепил? Вот Александр Васильевич, последний КВНовский баян! Бойся в КВНе! Больше бородатых анекдотов не будет, ура! Баян, как у Роксаны Баваян! Эх, подходите, Слада, куда вы опять выбегаете? Да хватит со своим телефоном ходить! А ну давайте заканчивать! Дорогие друзья, многие, посмотрев наше выступление, скажут, что мы ведем себя как малые дети. Да, но мы это делаем абсолютно осознанно. Просто нам очень нравится тот короткий отрезок времени, когда и мы были маленькими, и наши мамы молодыми. Команда КВН Мега, спасибо за внимание! Так, команда знакома по... сколько? 2-3 сезона в премьерке? Один? Ну, знакома, действительно. Судя по вашему началу, Александр Васильевич, 2 уже сезона премьер-лиги. У меня есть такое ощущение. Ну, в общем, кто как голосует? Познакомьтесь, команда Мега, Михаил Галустян. Прошу любить и жаловать. Что вы сказали, Александр Александрович? 2 сезона в премьер-лиге, друзья. И это тоже хорошо. Поздравляю. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо Маслякову, что взял в премьерку снова. Команд здесь очень много, веселье, экораж. Конечно, в премьер-лиге присутствует интрига, но мы здесь отвечаем за стиль и эпатаж. Команда Мега, ах, стоять зал будет на ушах. Команда Мега, ах, скажи спасибо, что в штанах. Привет, Премьер-лига! Встречи!
чай чемпионов этого сезона! Вот это заявка! Вот это настрой, а! Серьезно, с ними играть, как в Химках жить. Ни за что не угадаешь, кто из них когда выстрелит. Друзья, второй год премьер-лиги. Если кто забыл, это Олег. Олег у нас настолько идеальный, что мужики на стройке по нему уровень мерят. Настя у нас вообще дикая кошка и людей не любит. Поэтому их и не рожает. А Русик, это же вообще целая кладезь юмора. Если кто не верит... О, сейчас самое время для смешной шутки. Гламурный медведь, когда сосет лапу, отопыривает мизинец. Походу, сломались часики. Ну ладно. Друзья, работаем по старой схеме. Они стоят на сцене, я их унижаю. Ну, в смысле, вы стоите на сцене, я вас унижаю. Серьезно, как с животными. Главное, правильную интонацию подобрать, а что скажу, неважно. Господа, юбилейный сезон, кто из вас все подготовил? Я в честь КВН сделала татуировку на всю руку. КВН Together Forever. Молодец, молодец. Вот только надо было на английском. Олег, это что сейчас такое было? Ничего, весна наступила, наши с юга возвращаются. И вот скажите, пожалуйста, кто его этому научил, а? Ты! Или, может быть, ты? Да что ж такое, куда не покажу, все время в тебя попадаю. Настя, ты бы за собой следила, а? Вообще-то у меня идеальная фигура 90-60-90. Ох уж эти лихие 90-е. Отличная штука этот пульт. Поставил на паузу, никаких проблем. Вот только, конечно, бывает подстава, когда команда ничего не готовит. Но жизнь и может преподнести сюрприз. О, за что? За то, что ты ничего не подготовил к юбилейному сезону, тупой качок. Конечно. Меня тупым зовете часто. Мол, сладкий я, как ваш Рахат Лукум. Вам невдомек, что за блестящим маслом скрываться может и блестящий ум. Все деньги, что суют мне в стринги, отдам тебе, Россия, родина моя. Пока штанга, не проигран поединок. Покуда протеин есть, не проиграна война. Браво, браво, цветы, цветы. Как приятно. Это мои цветы. Мои-то цветы. Так вот видишь, Степа, а, опять ты не даешь нам раскрыться, настоящий ты тиран, а? Да, да, да. Извини, я думал, ты ближе будешь стоять. Слушай, в нашем выступлении будет хотя бы одна смешная шутка, а? А у тебя есть такая? Ну, естественно. Ну, давай, давай. А, отлично. Сережа и Вадик были лучшими друзьями, но потом Сережа похорошел, а Вадик не устоял. Ну вот, вот, нормальная смешная шутка. Погоди, это шутка Далсов из высшей лиги. Нет. Ты что, ее украл, что ли? Ничего не крал, а? Русик, Русик нас спалили! Валим! Два билета до Мексики-шмексики! Вы только посмотрите, их целая банда оказывается, вызывайте полицию! Всем стоять! Работает отдел по борьбе с каламбурами! Чёртовы фараоны! Чёрт! Как они спалили, что мы фараоны! Вы куда? Так, а ну стоять! А теперь говори, почему ты украл эту шутку? Да, как ты не понимаешь, я просто хотел быть смешным. А вы постоянно хороните все мои начинания. Русик, с чего ты взял, что мы что-то хороним, а? Мы же одна команда. Конечно. Меня вы не смешным зовете часто. Вам не вдомек! Ты еще у своих таскать начал, что ли, а? Так, давайте заканчивать. Друзья, ну и в завершение. Многие, посмотрев наше выступление, скажут, что мы неадекватная и абсолютно неуправляемая команда. Вот видите, очень даже и управляемая. Сан Саныч, положите, пожалуйста, джойстик. У нас все-таки финальные слова, потом доиграете. Команда Квен Мега, спасибо за внимание. Друзья, наша команда может все. Единственное, чего она не может, это петь. А у непоющих людей в нашей стране есть два пути. Либо рэп, либо шансон. Как вы поняли, мы выбрали шансон. Друзья, поверьте,
такую Мегу вы еще не видели. Я с детства был мальчишкой симпатичным. На-на-на. Таким, что описать не хватит слов. На-на-на. И я всю жизнь с ума сводил отличниц. На-на-на. И двоечниц, и пару пацанов. Таким был сладким, если интересно. На-на-на. Что как-то слипся на глазах у всех. На-на-на. И Анджелина Джоли, если честно. На-на-на. Нет-нет, да и кричит во сне. Оле! Спасибо, дамы. Шикарно лет. Мальчишка симпатичный, девчонок много, с ним хотят гулять. Он гардеробщиком бы стал отличным. Ведь я могу глазами раздевать. Отлично, молодец, Олег. Русик, давай, поведай свою историю. Шутил я с детства очень неумело. На-на-на. Сейчас мне 25 и тот же я. На-на-на. И на рыбалке как-то было дело. На-на-на. Я от леща однажды получил леща! Не-не-не-не-не, Русик, сегодня не твой день. Слышь, вообще-то в этой шутке обрабатывается двойное значение слова лещ и... Господи, он еще и объяснять все это начал. Настя, давай, тебе слово. Девочки! Слово императрице! Все с детства упрекали, мол, большая, на-на-на. Что лишь невест должна я победить. На-на-на. Зато по МКАДу смело я шагаю, ведь фуру легковушкою не сбить. 100 килограмм, иду смеять по жизни, сердцем моим, и мой кью подрос, и жажет плюс, когда настанет кризис. Я точно выживу, с худыми вот вопрос. Что началось-то, а? Так, а ну поменялись. Друзья, настало время для моей истории. Меня шпыняли все на свете этом. На-на-на. И на пустырь однажды пес загнал. На-на-на. Там троица гонялась за пакетом. На-на-на. Родную я команду в ней узнал. И вот Степан стал наконец тираном, понятым всем, как в паспортном столе. Опа! Тираном быть так нравится Степану. Но он такой, не первый на земле. Весь Колчин Диман. И он набил команду, брала своих и Картункова в плен. Короче, мысль такая без тирана. И КВН совсем не в КВН. Эй! И в конце. Никогда не думал, что скажу это на Первом канале, но спасибо огромное русскому шансону. Ведь на такие мелодии глупости пишутся, ну, очень легко. А КВН, игра моя родная, тебя смешней, ты лучше в мире нет. Год юбилейный мы тебе желаем, прожить еще 55 тысяч лет. Все! Мега покажет вам стиль и кураж. Эпатаж, эпатаж, эпатаж. Там дальше идет 60 куплетов о том, что я харизматичный, сексуальный лидер в этой команде. Но я ж не Джиган, чтобы об очевидных вещах петь, поэтому сразу к эксону! Так, стоп, музыка! Русик, ты мне сейчас такой танец запорол. Да потому что он идиотский. В смысле идиотский? Это тверки, его сейчас все танцуют, смотри! Не, я эту ерунду танцевать не буду. Русик, ну это же тверк, смотри. Да упаси господи. Друзья, как вы заметили, мы сегодня готовы как никогда. Олег у нас сегодня максимально красив. А все потому, что в детском лагере всех мазали зубной пастой, а его увлажняющим молочком с экстрактом жожоба. А я тоже подготовилась. Похудела. Все, нет больше этих боков. То-то я и смотрю, у тебя какие-то новые. Эх, Настенька, конечно, не хватает тебе того, что есть у Рики Мартина. Чего это? Мужика бы тебе нормального. Смотрите, а. Он над ней издевается, она ржет, как лошадь. Так она стоять! Это наша кобыла. Ну да, 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 ну
Господи, а когда этот бред закончится уже, а? А у тебя есть что-то получше, а? Слышь, да я сейчас так пошучу, что ты со смеху умрешь. Прям умру? Прям умрешь. Давай. Чтобы понравиться гризли, белый медведь 2 недели посещал солярий. Русик, я, походу, с твоими шутками вечно жить буду. Вот опять ты издеваешься, а? А вы что, молчите? Олег, выскажи ему. Тихо. Че, опять слова закончились, которые мать на выступление в пакетик положила? Снова меня занимать будешь? 3 хватит? На. Знаешь что, Степочка? Что? Теперь я понимаю, почему ты такой тупой, как нож. Это сейчас я сказал? Тупой, как нож? Вот это шутеха! Слушай, мне кажется, тебя лихорадит. Ага, прям как курс доллара на бирже. Это что происходит сегодня со мной? А, Русик, он на тебя заразился! Слушайте, надо что-то делать. Снимать штаны и бегать! Все еще хуже! Он их даже не придумывает! Ну что, сдулся ваш лидер, да? Теперь я буду капитаном! Ах ты ж, сволочь неблагодарная! Ну все, дуэль! Выбирай, пистолет или шпаги. Морской бой. А1. Мимо, Д7. Мимо, Б2. Ранил. Хватит прикалываться, а? Б1. Боже, как больно! Да что ты знаешь о боли? Вот мне 11, и видел бы ты хоть раз, как плачет ночами та, что идет по жизни, смеясь. Русик, шмальни еще раз, добей меня! Да что я, это все из-за Степы, потому что ты нас совершенно не ценишь! Это я вас не ценю? Да вы мне всем обязаны! Да я вас из грязи достал! А между прочим, в грязи была самая дорогая процедура в санатории. Да какая разница? Все, задолбали, ухожу! Живите счастливо! Доигрался? А если он там сейчас все разнесет? Я тебя умоляю, на самом деле он даже мухи не обидит. А ну, стоять, сказал! Лежать! Степа, остановись! А то здесь будет гора трупов! Прекрати, ему же больно! Да что ты знаешь о боли? Да прекратите этот балаган! Поймите, люблю я вас, вы твари! Да ты-то куда? Настя, я давно хотел сделать тебе одолжение. Может быть, предложение? В твоем случае это одно и то же. Скажи, пожалуйста, ты выйдешь со мной в полуфинал? Я согласна. Тогда все вместе! Друзья, ну и в завершение. За время нашего выступления мы многое узнали. Я узнал, что быть лидером не так и просто. Я узнала, что настоящая любовь может быть совсем рядом. А я прошел тест ВКонтакте и узнал, какая я снежинка. Команда Квен Мега такие разные, но все-таки мы вместе. Друзья! Не секрет, что любая команда, играющая в премьер-лиге, мечтает играть в вышки. Ну, взять хотя бы нашу. Но кто знает, когда это произойдет. Поэтому давайте представим. 2061 год, столетний юбилей КВН и наш 45-й юбилейный сезон в премьер-лиге. Рыба! Какая рыба? Это шахматы, идиот! Пора. Уже который год опять в премьерке, но мы с тобой как прежде, ой-ой-ой. Сегодня мы вам не покажем тверка, трясется все у нас само собой. Скакали мы на сцене словно пони, с годами не исчез наш прежний пыл.
закончил свои действия Мельдоний. Хотя бы на минутку оживил. Ну как ее нам не любить? И вряд ли можно позабыть премьерку молодости нашей, премьерку, без которой нам не жить. Ну давайте рассказ, как у вас жизнь происходит-то. Я наконец-то зажила, как в сказке. Мне Гусман подмигнул и звал за стол. А я помог мужчине на коляске. Я пошутил, а он встал и пошел. А жизнь — это не только ваши шутки. Мне есть что вспомнить, и я не ропщу, когда кричат старушки: проститутки! Эх, я просто улыбаюсь и молчу. С годами все труднее гнобить команду. И дело вовсе не в репризах тут. Гораздо все серьезнее здесь, ребята. Я начал забывать, как их зовут. А, женщина, вы кто? Настя, я Настя. Дешка, а ты скоро? Олег Павлович, а это кто? Наверное, внуки мои. Че, прям все стали? Сейчас узнаем. Вот это точно мой. Так, а ну продолжаем. А помните триумф нашей команды? Росла Россия, клуб наш тоже рос. Мы взяли кубок мэра Мичигана и зампрефекта кубок в штате Иллинойс. Ну а в конце откроем всем вам тайну. Спросите нас, играем мы зачем? Да просто очень любим те команды, из-за которых и пришли мы в КВН. И снова все как в первый раз. Давайте вспомним же сейчас команды молодости нашей, те, без которых не было бы нас. Нам интересно, что же будет дальше. Хотим этот альбом мы украшать. Конечно, нам хотелось бы пораньше. Но тут уже не нам одним решать. Нам в премьерке играть ништяк. Очень нравится здесь короче. И чтоб с успехом пройти в финал, мы не спали дни и ночи. Божечки, божечки, девочки и мальчики, ветераны и качки, все хотят финальчик. Божечки, божечки, девочки и мальчики, ветераны и качки. Энергичный танец, а все потому, что мы сегодня на кураге! На кураже! Ё-моё, чуть в самом начале сам не спалился. Ой, мама, когда я рядом с ним, я забываю, где я, забываю, кто я. Вы только посмотрите, какой Олежка у нас сегодня раскрепощенный. Олежка у нас настолько раскрепощен, что начал спать голеньким. Уже даже пару раз в метро опозорился. А Настя сегодня просто божественна. Вот смотрю на тебя и думаю, кто ж на восток быстрее расширится, ты или НАТО? Короче, друзья, сегодня творим, что хотим. О, правда? А можно я тогда чуть-чуть лидером побуду? Конечно. Как говорится, пост сдал. Постскриптум. Обратно. Почти. Вот видишь, Русик, совсем чуть-чуть не хватило, поэтому давайте соберитесь максимально. Соперники у нас серьезные, но, как говорится, хорошо смеется тот, а вот этот не очень. Мужик, еще раз придешь на КВН с такой кислой мордой, я... Да отстань ты от него со своими тупыми шутками. Ты за языком следи. Что? Я ж говорю, тупые шутки. У тебя будто не тупые, а? Да я бог юмора. Русик, то, что Александр Васильевич на балконе после каждой твоей шутки крестится, еще ничего не значит. Тогда можно я пошучу? Да давай, что хуже-то уже не станет. Скажи полотенце. Полотенце. Твоя мама любит немца. До свидули.
Друзья, знаете, бывает такое ощущение, что ты вроде бы уже докопался до самого дна юмора. А тут оп, и снизу стучат. Открываешь люк, а там Олежка. Зато я самый красивый. Да я настолько красивый, что ко мне не только девушки. Ко мне и занавески в душе липнут. Олег, что ж ты за идиот такой? Что ж с тобой одни проблемы постоянно? Ты что все время обзываешься? Я тебя сейчас ударю. А я тебе отвечу. Не успеешь, у тебя с реакцией хреново. Олег, твои доводы по поводу моей реакции нисколько не обоснованы. И правда, с реакцией не очень. Ну ладно. Несите мне творог, яйца и сметану. Где там еще белок есть? Стёп, ты что делаешь? Стой на месте, никуда не уходи. 3-4 года, я тебя ушатаю. Хотя, что ждать-то? Лови мои суперспособности. Подошел ко мне. Ни за что. Я сказал, подошел ко мне. Брест, не трогай, это святое. Да мне плевать. О-о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 -
Еще раз меня ударишь. Да что ж, реакция сегодня такое-то. Ну что, сдулся малахольный, да? Теперь я буду лидером. Слушай шутку, зал. Медведь-еврей перед тем, как впасть в спячку, пересчитывает шишечки. Плохой день, сынок. Может, двойной скотч? Спасибо, но у меня соль! Тогда, может, коктейль «Секс на пляже»? Не, после секса на пляже у меня песочек в трусиках! Слушай, надо заканчивать. А, за что? А это тебе вон от того столика. Ах так, да? Всем стоять, у меня розочка! Слушайте, он тогда чертиков напьется уже, а? Да? Чё? Значит так, свою карьеру юмориста я начал еще 5 лет тому назад. И так я еще не переживал. Так, надоело, вызывайте охотников за каламбурами! Иди сюда! Русик, не волнуйся, мы все эти идиотские шутки из тебя вытащим! Давай, 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 давай! Уносите быстрее, сейчас рванет! Рассеянный ёжик потерял иголку в стоге сена! Девушка спала с плюшевым мишкой, думая, что он продюсер! Красавчик, хоть где-то пригодился. Ну, теперь, когда все соперники нейтрализованы, можно спокойно идти в финал. Мегера, Мегера! Заткнись! Друзья, ну и завершение. Команда КВН «Мега» в прошлом году уже принимала участие в финале премьер-лиги. Уважаемые жюри, нам нисколько не хотелось бы на вас давить, но нам кажется, что нашей стране сейчас необходима какая-то стабильность. Команда КВН «Мега», спасибо за внимание. Иные говорят, что юмор Меги легковесен, порой глуп, порой неинтересен. И дабы доказать обратное всем вам, мы замахнулись на классический роман. А чтобы вовсе удивить народ, роман в стихах. Вот это поворот! Теперь, друзья, позвольте рассказать, кого вам предстоит на сцене увидать. Степан Степаныч, барин очень знатный, не занимался в жизни он ничем. Я поясню, чтобы было всем понятно, он возглавлял тогдашний РСМ. Настасья. Настасья, барыня, чертовски хороша, но не поймешь, что шире, кость или душа. Гусар Олежка Павлович. Был излишне сладок, за что и получил Сибири срок. Ведь издавна известен всем порядок. Любишь медок, люби и холодок. Короче, начинаем наше представление. Степан Степаныч возвращается в родимое именье.
Почка стоит 300 тысяч, уши, нос, миллион другой. Вот такой на черном рынке Степан Степаныч на бой. О, как я рад вас видеть, господа! Вы, челядь, тоже молодцы, что все пришли сюда. Чего стоим? Прошу к столу, плебеи. О новостях мне расскажите поскорей. Извольте, вот со мной случилось чудо. Недавно наступил я в лужу, вот посюда. А через час уж нет ее, вот чтоб не сдохнуть. Выходит, что обо мне и лужи тоже сохнут. А я вчера специально для прикола ходила первый раз, свинью колола. Вот, зацените, господа. Ах, боже мой, какая красота! Настасья, вами очарован я. Какая прелесть, на свинье свинья. Степа, хватит! Барин, вашу мать! Да как ты смеешь даму унижать? Простите, Настя, вы собою хороши, но вы б не налегали так на беляши. А то вы нам своей, простите, попой закройте окно и в вышку, и в Европу. Да сколько можно, а? Дальше в прозе. То есть ты нас приветствие просто унижал, а сейчас то же самое, но только в стихах? Вот сам один и выступай, ребят, пойдем. А ну стоять, ты конкурса ломаешь ход. И, кстати говоря, вот это поворот. Но коли уж вы стали возмущаться, давайте в стихотворной форме изъясняться. Вот ты, Олег, тебе ответ простой. Пусть неприятен я, а ты-то попросту тупой. Да это образ, Степ, на самом деле тупой только в жизни и на сцене. И еще ты, Степа, иногда бывает, смеешься так, как будто чайка подыхает. Вы надоели мне, идите все отсель. Но нет, Степан, ты не отвертишься. Дуэль! Дуэль! Дуэль в нашем сюжете актуальна, ведь я давно мечтал шмальнуть в тебя легально. Ну что ж, оружие выбрано, и в шаге вы от рая. Ведь я сейчас вас застрелю! А я вас даже и не знаю. Готов? Стрелять я буду точно. Сейчас я вам попорчу красоту. Таких корчи от воды проточно. Вы просто намочили мне манту. Особенно к тому, кто на балконе. Степан ведь так любил игру, что даже в ЗАГСе он произнес заветные слова. Невеста всем сказала, я согласна. Степан сказал, ни пуха, ни пера. Ну как же так? Ведь он же умирает. Да что ж мы не друзья в конце концов? Я слышал, что смех жизнь всем продлевает. Давайте посмеемся моему в лицо. Воскрес, Степан! Пусть глупо, пусть невнятно, и кто-то скажет, мол, глупейшая из сцен. Но я уверен, в зале всем понятно, что спас его животворящий КВН. Пускай, пускай все говорят, что юмор Меги легковесен, порой глуп, порой неинтересен, и в зале снова слышу я увы и ах. Да, это снова глупость, но зато в стихах. А в финале своего второго сезона в премьер-лиге команда КВН «Мега» устроит настоящее мега-шоу. Второй год мы в премьерке варимся, знаем Гусмана, знаем Валдиса. И Сан Саныч стоит, улыбается, он тоже знает Гусмана и знает Валдиса. Все от Страуса и до Кактуса знают Гусмана и знают Валдиса. Танцевал дизайн! Хоп-х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 оп!
премьер-лига. Финал. Ответственная игра. И мы сегодня сделаем так, что каждый из вас... Настя, это что такое, а? Тихо, тихо. Александр Васильевич, не шевелитесь. Я рядом с вами бульбозавра засекла. Это Юлий Соломонович Гусман. Классно. Такого у меня точно еще нет. Так, ну дай сюда. Ну и раз уж отвлеклись, сделай, пожалуйста, так, чтобы я твоего парня за кулисами больше не видел. Так у меня нет парня. Вот, а не забывай об этом. Да. Сёма, хватит, а? За эти два года только и делаешь, что унижаешь нас. Что? Да кто вы были до того, как я взял вас в команду? Никто. Вот. А теперь вы кто? Тоже никто. Видишь, я дал вам стабильность. Вы понимаете, что для победы нужны серьезные взрослые шутки. Ха, да таких шуток вагон. Лови, медведь-полицейский живет в малине. Ха! Вот видишь, Русик, никому ты в высшей лиге не нужен. Ой, вообще-то я уже с Александром Васильевичем договорился. Подхожу, спрашиваю, а возьмете нас в высшую лигу? А он мне отвечает, возьму, коли не шутишь. И чё? Коли не шутишь, это же он про меня, а? Финал все-таки. И ведь папочке нужно высшую лигу. Да папочка и так там окажется. Главное, чтобы в этот раз он и нас с собой взял. Олег, тебя по башке в детстве случайно не били? Случайно не били. Это было заранее спланированное ежедневное мероприятие. Олег, Олег, какой же ты тупой, а? Да ты задолбала из игры в игру. Олег, ты тупой, Олег, ты тупой. У тебя что, фантазии, что ли, нет? Можно как-то поизящнее меня оскорблять? Можно, как заказывал. Осенняя роса на листьях пожелтевших. Семьи надежда тебя разбилась, как мираж. Ведь ты тупой, Олег, ты стал тупее, чем прежде. И дрался ты вчера с собакой за билет. Тупой, Олег, тупой ты, словно ножик. Браво, браво, спасибо большое. Прекратите, прекратите этот балаган. Да ты задолбала. Держи, намек понял, вот и стой молчи. Друзья, к сожалению, настал этот момент. Когда команда в финале прощается с высшей лигой, это означает закат их КВНовской карьеры. Ну а мы сегодня прощаемся с премьер-лигой. И это наш рассвет. Сан Саныч, мы бы хотели попросить вас встретить наш КВНовский рассвет вместе с нами. Прошу. Хорошо сидим. А, ребята, а вам не кажется, что в высшей лиге это уже кто-то делал? Так на той расчет... Чтобы тот, кто это уже делал, на этот номер со стороны и посмотрел. Эх, ну вот и все, пора. Сан Саныч, вы только ничего плохого не подумайте. У нас с вами действительно все серьезно было. Просто понимаете, мне уже нужен мужчина постарше. Сан Саныч, вы это самое, если что, пишите нам. Да-да, пишите нам. А то если Русик сам себе продолжит шутки писать, нам в высшей лиге ничего не светит. Как же здесь хорошо. Как остаться тут хочется, а? Ребят, никаких проблем. Я сейчас договорюсь. В третий сезон премьер-лигу идет команда КВН «Мегамаси». Да не, у нас понедельник. Мне на работу надо. Поэтому спасибо большое, Сан Саныч. Спасибо большое. Ну и в завершение, друзья. Мы уже второй год в финале премьер-лиги. И за это время нас успели полюбить абсолютно все. Зрители, ведущие, но... Как гласит одна известная мудрость, если любишь, отпусти. Сан Саныч, ну надо уже. Команда КВН Мега, спасибо за сезоны. Друзья, ну вот и все, финал. И для того, чтобы закончить феерично, мы пригласили такой же драйвовый коллектив, как и мы. Встречайте, впервые на сцене премьер-лиги. Дискотека «Авария»! Офигеть! Вы смотрите, какой они прекрасной форме, а? А? Слушайте, ваш волосатый вообще в тонусе. Степа, ты что? У них в коллективе уже давно девушка. А, то есть ваш волосатый на таком уровне решил по красоте заморочиться, да?
Слушайте, Анна, я давно хотела спросить, а как вы так похудели? Ну, просто я столько не жру. А, ну так каждый дурак может. Так, ну хорош, а? Слушайте, у всей страны вопрос, а почему вы назвались именно дискотека «Авария»? А, ну просто мы ехали на дискотеку и попали в аварию. Учитель, я думал, мы с тобой никогда не встретимся. Глядя на уровень вашего юмора, я начал сомневаться в нашей победе. Ну и ладно, это же вам здесь еще играть. Да и нам тут, походу, больше делать нечего. Погодите, это получается, если мы здесь последний раз играем, то мы можем творить, что хотим? Сегодня приготовили подарок КВНу! Сегодня и подарим мы тортик здоровенный! И цифры не случайно на торте 55! Ровесницы сегодня кивом будут поздравлять! Всем будет руководить. Для Гуса Александр Васильевич дал нам целый дом. А помни, с песни угадает, под которую зашел. Зеленоглазое такси. Ну что вам, угадали? Не тормози, не тормози. Эй, все в зале подпевай. Нет выступления наше, ни одного изъяна. Вместе с нами колбасится жюри! КВН Сасаныч и рок-н-ролл! Александр Васильевич, мы на большой сцене уже 26 лет и столько же примерно лет нашим друзьям из команды «Мега». А значит, наверное, мы с вами воспитали хорошее поколение.